Здравствуйте, Арсений Селезнев, зверобой. Я собрал летом, вот это сверху лежит кучка. Это у меня косточки вишни, сливы, абрикосы. Вон видно, там палают. Собрал их на газетку, сушил на газетке, а затем газетку свернул. И получились вот такие вот дрова. Довольно-таки хорошо горят. Только я свернул скотчем. Можно склеивать другим клеем или просто сворачивать более плотно. Пламя такое шурует. Дай Боже. И потом не распространяются по огороду эти абрикосы и сливы. Вишня, она не так разрастается. В основном слива разрастается. А так хорошо получается. И дрова такие. И ничего не растет лишнего. И выбрасывать отдельно не надо. Все идет в дело. Ну-ка еще раз посмотрим. Так, а теперь открою поддувало. О, какая интенсивная. Это одна такая здоровая, и там рядом еще просто косточек насыпал. Но вот когда оно в куче лежит, оно вообще шикарно. А, какое пламя. Там дров уже почти нет. Дрова уже прогорели. Арсений Селезнев, зверобой. Вот такая вот у меня брикеты получились с косточек. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!